снимает. Так, только знаешь, как надо встать-то, блин. Собака. А, короче, смотри, ты вот так фотик надо держи. Видео. Короче, чтобы он попадал в объектив, а все остальное, чтобы попадало. Понял, да? Так. Нужно повыше. А, нет, ковер. Ковер нам не нужен. Пониже вот так вот. Уже так, запись идет, да? Да, да, да. Лишнее обрежешь. Да, 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 обрежу. Раз, два, три. Скрываем. iPhone 5 на 16 гигабайт. Из Канады от Лилии. Что же там у нас внутри? Догадайтесь, двух раз называется. Скрываем, любя, так как упаковано тоже с любовью. Добрыми китайцами. Заводе Foxconn. Да, да, да. Пролетали мы этот завод, кстати, буквально 2 недели назад. В Китае дожди. Так, ну-ка, ну-ка. Что же там внутри? Оля. Кто мог догадаться, внутри iPhone 5. 16 гигов. Да, на 16 гигабайт. Красивенький такой. Весь металлический. Клевенький на ощупь. Что же тут еще? Зарядка для Канады и США. Кабель USB Lightning. Наушники новой формы и дизайна. Так, а здесь у нас, скрепка для открывания, лотка сим-карты и мега полезные инструкции. Вот, собственно говоря, и все. Покупайте через интернет.